Вот такой у нас крадочек. Построен из подручного материала. Это вот я смотрю в больницу. Стою в полный рост. То есть получается здесь как бы козырек перед нами. Нас не видно вообще никак. Не может быть. Движение тоже. Сейчас подниму камеру выше. Вот перед нами лужок. Залит водичкой. Там же дальше чучела. Солнышко уже поднимается. Что вы скажете, Дмитрий Олегович, по поводу начавшейся утрянки? Все хорошо. Вот взяли. Сейчас гусика. 6 часов утра. Гусика одного белолобого. И селезня. Крякового. Вот, угу. Зеленая голова. Да, красавчики. Вот это весенняя пара. А весенняя тройка, это еще Валюшин к ним должен подсоединиться. Ну, на Валюшне мы будем отдельно охотиться. Это надо выезжать подальше. А сейчас мы стоим в пойме. Здесь поймочка реки. Если быть точным, Мокша река. Но разлива в этом году. Сегодня 2000. Не бей. Это этот. Как его? Сейчас я. Заходит. Шилохвость? Нет. Прошла. Ну ладно. Кулички пролетали. В общем, это вы видите все сверху. Сейчас попробую перевернуть камеру. Вот у нас стоит скородок примерно. Потом сделаю вид сбоку. В общем, вчера мы его переделали. Каким образом? Показываю. Вот стоит Дмитрий Олегович. Вот висят гуси. Сделан каркас из веток по кругу. На рогатульках. Вокруг обставлены веточки. То есть у нас получился полуволок такой, полусфера спиленная. Что мы сделали? Мы сделали лавочку под наши сумочки. Под вещи, под продукты. Под потрошки, под продукты. Мы сделали лавочку под мягкое место. И собачка наша стоит, которая сегодня добросовестно уже утро. Вчера ее покусали пчелы. Она как Винни-Пух была. Залезла на пасеку, там больше 50 домиков пчелиных. Вот, как ее начали там жалить. Пришлось бедную колоть уколами против аллергии мочегонной. Ну, отошла сегодня. Сегодня она уже вот из тех вот кустов достала. Белолобика вынесла. Одиночка налетал. А вот там вот достала нашего селезня. Как раз куда туда. Падал. Падал, да. Селезень увидел, что. Дима, кто-то летит. А, кто? Где? Кто? Где? Кто? Где? Блин, селезень, наверное, нет? Я не вижу. А, это жаворонок. Жаворонок! О! Да бывают эти, как их. Стоишь на вечерке на утке, жуки-плавунцы поднимаются. Уже чуть ли не скидываешься в них. Ладно, продолжим запись, когда. Пройдет еще вторая и третья. В смысле, налеты я. Второй и третий. В смысле, второй и третий налеты, да.